Шеф-повар Максим Григорьев. Фруктовый салат с йогуртово-мятной заправкой и гранолой. Самые вкусные фруктовые салаты получаются, конечно же, летом, когда под рукой огромное количество ягод и фруктов. Но что делать, если авитаминоз замучил в марте и организм требует витаминов? Лучше всего не спорить со здоровьем и приготовить вкусный фруктовый салат из того, что доступно в данный момент, а легкий соус из йогурта и мяты добавит нашему десерту свежую весеннюю нотку. Время приготовления – 10 минут. Ингредиенты. Апельсин 1 штука. Бананы 1 штука. Йогурт натуральный 100 мл. Клубника консервированная 100 грамм. Мята свежая 2 веточки. Овсяные хлопья 30 грамм. Сахар ванильный 2 st/л. Сгущенное молоко 50 грамм. Яблоко 1 штука. Шаг 1. Подготовьте необходимые ингредиенты: банан, яблоко, апельсин, консервированную клубнику и свежую мяту. Шаг 2. Для заправки и топпинга подготовьте гранолу, у меня покупная, ванильный сахар, сгущенное молоко и натуральный йогурт. Шаг 3. Очистите апельсин и вырежьте сегменты филе. Шаг 4. Добавьте к кусочкам апельсина нарезанный банан и яблоко. Перемешайте. Шаг 5. Добавьте клубнику. Лучше на этой стадии не перемешивать, иначе клубника помнется. Шаг 6. Разложите салат по порционным формочкам. Шаг 7. Смешайте йогурт с сахаром, рубленной мятой и сгущенным молоком. Полейте салат заправкой. Шаг 8. В каждую порцию добавьте по 1 столовой ложке гранолы и можно подавать десерт к столу. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.